Ну вот, пройдя порядка 12-14 километров, мы вышли к реке Каваши, которую пытаемся сейчас преодолеть вброд. Потому что других вариантов у нас уже не осталось. Ну ты в резиновых сапогах, а мне там придется в берцах идти. Бля, братан, тут и в резиновых не пройти. Совершенно жесткая, очень глубоко. Мне кажется, уже будет пофигу. Я готов идти уже как угодно. Потому что пересеченка идти уже как-то совсем не в моготу. Оглянись! Помаши папе ручкой. Привет! А впереди еще порядка 18 километров. Ну ты уже почти половину преодолел, так что я уж думаю, назад пути нет, давай. Тут течение более стремительное, да, еще? Все шатается, здесь камни очень надежные. Ага. Тут ощущается течение очень сильно. Ага. Ну вот даже видно отсюда, да. Там осталось-то совсем ничего. Блять, последний полный сапог воды. Ой-ой-ой. Стирай нахуй это видео, бля. Я не звезда. Я сейчас пойду. Теперь твоя очередь ржать. Вот мы форсировали речку Каваши. Как бодрость духа. Отлично, отлично. Слушай, на самом деле, единственная жопа, которая меня беспокоит, это то, что мы непонятно куда вышли. Да, непонятно, еще сколько времени нам еще идти все это время, какое качество дороги. И очень хотелось бы до темноты выйти из леса. Но этого никто не гарантирует, потому что по самым скромным подсчетам у нас сколько впереди еще? 13 километров, да? Побольше. Порядка 18 километров нам еще идти. Заебись. Ну пошли тогда, собственно говоря. Хочешь подключать? А у меня есть во фляге. Видите, какой у меня модный компаньон, блядь. Ой, блядь, крыша, угар. Все? Все, гоу.